Токи Реннер представляет. Стоп, а это еще кто такие? О, Майк, привет. Стоп. Деннис, что ты здесь делаешь? А, да знаешь, мне на день рождения подарили этих персов. И я не уверен, что они нормальные. Так, а я тут при чем? Сними на них обзор и выложи на своем канале. Обещаю лайкнуть. Хай, Майк. Желаю выжить. Ну, влип. Ты любишь обниматься? Похоже, обзор... Итак, обзор мы начнем с мини-фигурки Кисси-Мисси. Да, та самая Кисси-Мисси, подружка Хаги-Ваги. Итак, что могу сказать? Она довольно-таки прикольная. Давайте ее сравним с оригиналом. Итак, в оригинале у нее нет каких этих вот странных пятнышек. Возможно, здесь их сделали, чтобы передать шерсть. И еще тут нету этой штучки, бантика. То есть он здесь есть, но он розовый, а не желтый, как у Кисси-Мисси из Лего. Такой же проблемой страдает и игрушка Кисси-Мисси, только здесь бантик синий. Ладно, конечно же, можно забить на то, что в оригинале у нее должны быть намного длиннее и руки, и ноги. Ну ладно. Хорошо. По поводу рук. В моих анимациях уже встречалась Кисси-Мисси. Хотя как второстепенный персонаж. Ну, не важно. Ну, как видим, здесь она более агрессивная. И тут у нее тоже та же штука с бантиком. Ой. И с руками у нее было все как надо. У нее такие же были. Тут руки. Как можно увидеть, как в обычной лего-фигурке. Но зато она может взять что-то в руку. Например, кинжал. Ну, я считаю, что фигурка сделана интересно. Хорошая она. Голова, кстати, у нее вот, вот такая вот. Объемненькая. Ну, хорошая, ну, конечно же, встречались и лучше. О, Хаги-Ваги. А, он вырублен. На-на-на. Наш любимый Хага-Вага. Главный антагонист игры Poppy Playtime 1. Итак, что я могу по нему сказать? У него... галстучек, точнее, ну, эта штучка резко, она правильного цвета. У оригинального Хаги-Ваги точно так же. Ну как, у него лицо улыбчивое, хотя во время атак у него такое, так что все нормально. С руками то же самое, что у Кисси-Мисси. Однако, это даже к лучшему, потому что, как я уже ранее говорил, в них можно подместить кинжал или еще что-то. Кстати, в моих анимациях он все время говорил «Ай, больно». Такой Хаги-Ваги вообще, если
Вообще они почти одинаковые, только разные цветы и выражения на лице. Так все одинаково. Итак, настало время веселой математики. Итак, пример. Хаги-ваги плюс киси-миси равно фиолетовая хагишная чепуха. И да, ни в одной игре про хаги-ваги, точнее про Poppy Playtime, мы не встречали фиолетовую хаги-ваги. Или, ну, это девочка, так что фиолетовая киси-миси. А ей нужно придумать имя. Так, как же, какое же ей имя дать? Итак, теперь ты Топи-Хоппи. А вы напишите в комментариях, как бы вы назвали фиолетовую киси-миси? Точнее, Топи-Хоппи. Ну что, она такая же... она точно так... Короче, у нее то же тело, что и у киси-миси, и у хаги-ваги. Короче, это уже неинтересно, можно сказать. Ну, именно вот ее сравнивать с оригиналом невозможно, потому что у нее оригинала нету. А, не, простите, нашел. Ну, как бы звучит не очень, но мне больше нравится Топи-Хоппи. Ну, из выражений лица она самая милая. Я не знаю, буду ли я ее использовать в лего-анимации по Poppy Playtime. Да, если что, они будут. Правда, когда я уже досниму эту Грэнни, ну, или просто когда захочется, она будет. Однако, ну, наверное, будет что-то. Не обязательно же снимать просто по оригинальному сюжету. Можно же добавить эту фиолетовую девочку. Точнее, игрушку. Фух. Осталось только загрузить видео в YouTube. Осталось только убить тебя. Чего? Майк, спасибо за разбор. Мне он был очень полезен.